идем на айсберг! Это не берег, это плавучая тема. Вчера ночью, да? Не-не, Виталь, это самое, это лесо. А ты смотри, в Питере, нет, обваливался снег с маленьким вниз. Офигенно, офигенно. Самому интересно. Во, бля, где мы отдыхаем? Меня тут, а? Это, блин, тебе не Махачкала, а Сань. Нихуя не Махачкала. Настоящий айсберг. Кто хочет высадиться? Я хочу! Ныряй! Ну что, будем на него высаживаться? Судаков ловить! О, надо селфи сделать! Да. О, мэн! Не надо? Офигеть вообще! Блин, прям так и хочется на него вылезти. Он может развалиться, да? Лёдика, для вискарика не желаете? Красота какая! Кому закуску? Бля, Федорович, может все-таки, блядь, рискнем? А? Дай вперед, Денчик. Вперед, дай. Да, вперед, дай чуть-чуть газу.
чуть-чуть, прям вот холостые вперед дай. Ручку. Ручку вперед дай. Во-во-во-во, ага. Не-не, сюда, вот сюда, 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 не туда. Не, ну на самом деле. Чего ты? Дэн! Нет, то, что он не провалится, это однозначно, блядь. А? Не, она очень должна быть плотная. Heavy metal! Что, не пойдем? А я хочу. Слушай, это 300. Иди дай вперед. Иди дай вперед, я вылезу. Не, вот сюда, Рус. Вот сюда. Вот, давай. Давай, давай, давай. Я на айсберге, люди! Горцы, вот-вот. В Израиле тоже неплохо, но у нас тут свои приколы. Да стрёмно, конечно. Ну что поделаешь? Ради вас. Ой, бля. Готов на подвиги. Я! Вот так мы отдыхаем, если чё. Лёдику для виски не желаете? Иди вылезь, блядь, потом в жизни никогда такого не будет. Когда ты еще так пообезьянничаешь? Вон на ту гору залазь, на верхнюю. Ты же альпинист у нас. На самую вон, на ту, Федорович. Да не на ту, вот направо. Май месяц! Ну, следующий давай, Денчик. Ну, так, следующий пошел. Виталик, ты на ту гору иди. Вита, иди на ту! Вот на ту иди! Я дальше не пойду! Иди, бля, вот туда! Не, не пойду! Блядь, там 3 метра идти! Охуеть! Блядь, там что насыпает? Так он дрейфует!
Денчик. Офигеть. Остался ты один. Блять. Слушай, ну это уже беспредел с твоей стороны. Давай, 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 выходи. Ну что ты каждый день, блядь, на айсберге лазишь? Это реальный айсберг. Ай, блин. Блин, дурак. Сзади, парни, это такое явление природы, блядь. Айсберг. Давай. Меня, Денчик, только ничего не сломай, в пизду. Ой, извини. Вот, Денчик, иди ко мне. Сфоткай нас. Покорители Эвереста. Фоткаю, фоткаю. Сейчас еще близко. Подожди меня тоже. Надо селфи палку вылазать. Не, она тут во время видео сразу можно фоткать. Да я врубаю, давай. Парни, ну вообще, мы покорили Эльбу. Ладно, все, на этом заканчиваем.